детально прошу внимания. А, пусть лежат, да? Ну, во-первых, должен сказать спасибо большое. Во-первых, члену первого семинара Сергею Юрьевичу, Владимиру Петровичу, Владимиру Васильевичу. Мы знакомы уже более десятка лет, наверное, лет 15, а то и больше. С их стороны я всегда встречал признательность, желание разобраться, терпение и в какой-то мере моральную поддержку. Я вам благодарен персонально. Спасибо вам большое за это все время нашего сотрудничества, нашей творческой дружбы и нашего отношения друг к другу. Благодарен я и членам семинара. Я неоднократно выступал и благодарен за то, что члены семинара всегда относились благожелательно, задавали вопросы, которые и меня заставляли в какой-то степени подумать над тем, как трактовать те или иные для меня очевидные положения и так далее. Значит, я бы назвал свое выступление достаточно просто. Сказать, что творческий путь, у меня такого пути нету. У меня такой дороги, где вот я шел творческий, куда-то пришел. Жизнь, она такая сложная штука, поэтому я в силу того, что время очень краткое, а можно говорить о большом пути долгое время, я просто некоторые моменты из своей жизни выделю мозаично, а если будут вопросы, я на них постараюсь ответить. Итак, я бы сказал, что это в какой-то степени история и география. Во-первых, чему посвящена вот эти все работы? Они посвящены совокупности вот всех этих структур, фундаментальной структуры субстанции и сама субстанция. Первое, на что бы я хотел обратить внимание, что в принципе мне казалось очень важным не по отдельности рассматривать каждое из этих достаточно своеобразных объектов реального мира, а в их совокупности, в их взаимосвязи и взаимообусловленности. На мой взгляд, нельзя понять мионы и пионы, если вы не разобрались в том, что такое электрон. Если не поняли, что такое электрон, вы не разберетесь. Если вы не разобрались, что такое нейтрино и фотон, какова их динамическая структура, то вы никогда не поймете, что такое электрон. Если вы не разобрались, что такое пион, вы никогда не поймете, что такое нуклоны. Ни протоны, ни нейтроны. Почему они такие, почему такие параметры, почему они так взаимодействует. Если вы не разобрались, что такое протоны и нейтроны, вы никогда не поймете, как устроены нуклиды. И, наконец, главное, о чем я всегда имел в виду, природа гармонична, симметрична, и, соответственно, все свои объекты строят по этим принципам. Я эту картинку много раз, значит, демонстрировал, и я вкратце скажу, что на семинаре, вот на семинаре в течение 3 лет я все эти термины в той или иной степени докладывал. Докладывал я и про электрон, и про нейтрино, и про пионы и мионы, и про нуклоны, и протоны, и гипероны. Докладывал о константах, докладывал о Нобелевской премии по 2013 году и так далее. В том числе огромное внимание я всегда уделял методологии. Вот фактически все доклады, которые тут чуть меньшим размером, это все по методологии. Лично для меня методология, подход к описанию фундаментальных структур имел колоссальное значение. Я думаю, что со мной согласится Владимир Акимович. Я отлично читал его книги, когда занимался, и всегда двумя руками голосовал за тот, за его подход к методологии, к объективности, достоверности и понимаемости. Я не буду рассказывать о всех аспектах, которые здесь я говорил. Я остановлю внимание только лишь на двух маленьких примерах. Я поговорю еще раз о некотором аспекте современного состояния ядерной физики. Значит, поговорю о буквально состоявшемся на днях событии,
когда четыре элемента таблицы Менделеева, последние, это 15, 17, 13 и 18, получили название, в том числе два названия «Московий» и «Оганесон». Как я уже говорил, все нуклиды имеют FGH-структуру кластерную, где F – это остов, G – это нейтронная упаковка, а H – это макушка, я называю ее. То есть те нуклоны, протон или нейтрон, которые являются неспаренными и не входят ни в остов, и ни в H-макушку. Значит, вот имеется первоначальная структура, которую формирует сама субстанция, как конструктор-организатор ядер всех и нуклидов. Это кластер Капа-3-альфа. Кластер Капа-3-альфа играет колоссальную роль в структуре нуклидов. И, соответственно, периодизации структуры нуклидов и их свойств третьего и четвертого периода целиком обусловлено вот составом этого капа-кластера. На первый и второй период это вообще структуры, которые состоят из капа-кластера. В частности, капа-кластер является первичным ядром, значит, атомов углерода С12, и он имеет такую структуру. Все структуры до образования капа-3-альфа являются достаточно с точки зрения конструктора неуклюжими. Это касается и лития, и бериллия, и бора. И поэтому природа их формирует с огромной степенью, значит, недоверчивости их структуре. И поэтому их относительная распространенность в тысячи раз меньше, чем распространенность других ближних элементов. Как формируются, значит, затем нуклиды? Они формируются посредством накручивания на Z-поверхность капа-кластера пары протон-нейтрон, сначала на одной Z-поверхности, потом на другой, затем еще, и затем еще, и, наконец, получается последний элемент этой, как я называю, семейство, завершает его нейтральный атом, это неон. Значит, фактически, вот это дельта-1 семейство включает в себя включает в себя 5. Значит, этот атом включает в себя 5, соответственно, отдельных семейств, у которых имеются свои изотопы. Ну и при увеличении числа протонов Z больше 6 формируются и другие кластеры. Ну, слово «кластеры» придумал не я. Это слово, этот термин фигурирует во многих работах. И до того, как я стал заниматься этим, я его просто позаимствовал. По поводу, значит, C12 и O16 – имеется предположение, что они имеют альфа-кластерную структуру поверхности, и это было высказано в целом ряде работ, которым я воспользовался, в том числе вот эта работа буквально последних лет. Как-то я был на юбилее Владимира Германовича Неудачина, профессора физфака МГУ, и там поговорил с Константином Александровичем Гридневым по поводу разного рода кластеров. Вот, значит, аспирантка Гриднева в 2008 году экспериментально установила и подтвердила, что и C12, и O16, их поверхность состоит из альфа-кластеров точно. Фактически, вот эта модель, которая здесь фигурирует, она была подтверждена. Ну и, соответственно, здесь показаны изменения структуры для второго периода. Опять заканчивается это первый остов дельта группы. И последний остов дельта группы – это аргон,
это Z-выгнутая структура, у которой альфа накручена на Z-поверхность здесь и здесь. Получается такая пятиэтажная структура. Ну и, соответственно, в этом увеличении структуры имеется 5 и плюс 1 переходный элемент. Значит, этой группе я придал свойство бочки. Далее при увеличении числа протонов на 2 формируется начальная структура остова третьего периода. И, соответственно, уже в третьем периоде у нас фигурирует кластер, который имеет 5 альфа. В дальнейшем субстанция использует только для формирования кластеров только альфа-кратные кластеры. Это 5 альфа, 9 альфа, 13 альфа, у которых один альфа-кластер, альфа, значит, кластер является центральным осевым, который служит осью, на которой накручиваются все эти кластеры друг на друга. При формировании структуры конструктор субстанции использует принцип симметрии. Кроме симметрии по X и Y, по оси Z при накручивании, она старается создать так, при возможности, чтобы относительно экваториальной плоскости структура была симметричная. Симметрия. Ну и, соответственно, покажу формирование дельта кластера. Значит, это у нас период четвертый олова. Значит, это бочка. Я называю бочка. Значит, бочка – это такая вот для субстанции абсолютно симметричная структура, которая является жесткой и которая обеспечивает устойчивость при очень большом значении вариации нейтронной упаковки. Ну, в частности, здесь может быть 4, 4, 4, 12, либо 8, 8, 8, 24. Это является рекорсиен по числу устойчивых нуклидов – 10 плюс 3 четно-нечетных. Для того, чтобы… Ну и затем дальше дельта клант формируется посредством накручивания на Z поверхность. Сначала альфа – это будет телур, и еще раз альфа – это будет ксенон. Значит, ксенон является последним кластером в этой дельта-клане и является наиболее вытянутой структурой, и фактически это наиболее стройная структура, которая обеспечивает электронные упаковки и наибольшую симметрию, которой ничего уже не привернуть. Ни электрона, ни другого атома. И вот устойчивость, химическая устойчивость всех инертных атомов обусловлена именно вот такой структурой их остова, который назвал Афродита, А, группа А. Все атомы нейтральные, значит, неон, аргон, криптон, ксенон, имеют вот такую вынятую структуру. Чтобы образовать следующую бочку, что нужно сделать субстанции? Ей нужно еще дополнительное количество нуклонов. Естественно, что здесь у нас имеется вот такая структура, а чтобы сделать следующую бочку, нужна вот такая структура. Для этого нужно плюс 4 альфа, плюс 4 альфа, плюс 4 альфа 12, плюс 2 альфа, плюс 2 альфа 16. И нужно еще 16 альфа или 32 протона. Поэтому периодичность изменения свойств нуклидов в переходе от четвертого периода к пятому меняется, и вместо 18 протонов ей нужно 32 протона. Не потому что какое-то маленькое число, это потому что столько нужно протонов, чтобы перейти от этой бочки к этой бочке. Ну, эта бочка является очень такая устойчивая. Значит, она устойчива и с точки зрения воздействия на само ядро. При прикручивании альфа к одному Z-полюсу получаются изотопы полония, а еще одного альфа-кластера получаются изотопы радона. Это нейтральный газ. И этот изотопы крайне неустойчивы, поскольку у них имеется на Z-поверхности альфа-кластер, который плохо прикручен к бочке, потому что такая структура. Поэтому и полоний, и радон имеют очень высокую степень
излучение альфа-частиц, которые вот скатываются с этой бочки, значит, либо этот, либо этот. Поэтому это является первые после висмута неустойчивые элементы, которые неустойчивы именно потому, что альфа-кластер на бочке не приворачивается очень устойчиво. Соответственно, изменению структуры ядер меняется и свойства атомов. Вот тут показано зависимость энергии двукратной ионизации атомов от числа протонов, от Z. Ну, мы видим, что имеется строгая периодичность, значит, это вот дельта-ассоциация первый, второй период, третий период – это дельта-ассоциация, четвертый период – это дельта-ассоциация, которую я уже показывал от олова до цезия, и, наконец, такая же дельта-ассоциация от свинца до франция. Соответственно, имеется таблица Менделеева, которая была им составлена на основании анализа физических и химических свойств элементов. И согласно этой таблице Менделеева получилась вот некая зависимость, однако в этой зависимости возникли проблемы с так называемыми редкоземельными элементами. Вот получилась одна дырка, в которую вставляется 15 подряд элементов. Хотя это, значит, дырка соответствует нечетному числу протонов, а в этой дырке нечетные и нечетные, и все, что уместилось до соответствия гафния. Является ли это правильным? Какое имеется обоснование? Практически никакого обоснования нету. Но возникли так называемые квантовые числа. 3 в квадрате 18, умножить 3 в квадрате на 2 – 18, 4 в квадрате умножить на 2 – 32. Вот-вот. 9 и 32 – это квадраты, магические числа. Ничего подобного. Это просто необходимое число протонов, то, чтобы перейти от одной бочки к другой бочке. Соответственно, следующая бочка, которая может быть получиться, ну, это показано, значит, из лекции Оганесяна, кальций-48 ударяет в изотоп плутония, получается изотоп элемента 114 при альфа-распаде, получается изотоп 112. И согласно вот этой номенологической таблице, изотоп 112 должен иметь номер, вернее, должен иметь свойства, такие же, как и ртуть. Правильно ли это или неправильно? Согласно таблице периодического изменения структуры ядер атомов, значит, это мой вариант, должна быть вот такая таблица. Фактически, первый, второй, третий, четвертый период совпадают точно с таблицей Менделеева, без всяких изменений. Однако, в пятый период вставляется в порядку 57, 58, 59, 60. Неодим – гомолог молибдена, технец и гомолог прометия. У них такие структуры, они гомологи, поэтому не распадаются, потому что у них такая структура, что она неустойчива по отношению к структуре здесь молибдена и рутения, а здесь неодима и самария. То есть вот эта их неустойчивость является точной закономерностью структуры и этой пары, и этой пары. Есть много фактических данных, экспериментальных, численных, которые подтверждают, что это есть вот барий, гомолог, стронций, все это гомологи, а не какой-то дырки отдельные. Затем происходит изменение структуры, далее происходит изменение структуры, которое не указано ни в этих клетках, а затем от лютеция переходит опять к носилу гафнии, ну и вот этот 5 элементов точно ассоциации, которые являются гомологами, диспрозия и, наконец, свинец, который является вот эта структура дельта-ассоциации, аналогично дельта-ассоциации свинца. Как теперь перейти от этой структуры бочки к следующей бочке? Что нужно для этого субстанции?
сколько нужно протонов, чтобы перейти от этой бочки, которую я вам показывал, вот от этой бочки к следующей бочке. Сколько нужно? 32 или сколько? Но Миноги говорит, что 32. Так ли это на самом деле? На самом деле, чтобы перейти от бочки свинца к следующей бочке, у нас нет другого инструментария, не у нас, а у субстанции, как конструктора, кроме как использовать еще один Z-кластер, который имеет 13 альфа, то есть 26 протонов. И, соответственно, получается дельта-группа. Вот эта табличка и вот эта вот структура была нарисована мной 20 лет назад на странице 622. И это есть предсказание того, что, соответственно, к этому плюс 4 элемент 112, сейчас называется коперницей, является гомологом радона. Это инертный газ. Это не ртуть, а инертный газ. Это железная закономерность. Нужно 26 протонов. Соответственно, 82 плюс 26 – 108. 86 плюс 22 плюс 26. 86 плюс 26 – 112. Так это или не так? Оганесян, бомбардируя, соответственно, как я уже показывал, получил эти элементы. И его химик Дмитриев провел эксперименты с амальгамой золотом. Ну вот я взял из лекции Оганесяна, он показывает, что фиксируется, что это газ радон. Радон. 112. Испаряется при комнатной температуре. Что говорит лекция Оганесяна? Вы можете его послушать. Все, что угодно, не только то, что соответствует реальности. Это первый момент. Ну и, соответственно, вкратце укажу на второй, для меня был важный компонент, объяснение двугорбой структуры осколков при делении трансурановых элементов. Ну или начиная с урана. Значит, торий, уран, плутоний, кюрий и калифорний. Про деление урана вкратце расскажет Алена, здесь находится. Вот. А я просто укажу, что двугорбая структура осколков распада плутония, кюрия и калифорния целиком обусловлена их гантельной структурой. Выкручивается легкий осколок либо здесь, это одинаково, либо здесь, либо здесь, либо здесь, либо здесь. Поэтому железная закономерность, что при делении этих ядер имеется двугорбый спектр массы этих осколков. Соответственно, я тут показал для сравнения, что следующий вот элемент нобелий прибавляется, значит, кроме вместо 5, здесь получается 9, имеет примерно такую структуру. Здесь опять прибавляется 8, такая структура получается. Здесь получается вот такая структура. Эти и эти структуры опять являются гантелями, и при делении они имеют двугорбый спектр. Эта структура тоже несимметрична. Тут 5 альфа, тут 3 альфа. Ну и делится она уже здесь. Небольшая несимметрия. Соответственно, объяснение двугорбых спектров объясняется только их структурой ядер. Ну, вот я тут привел табличку, которая из моей вот сейчас рукописи, над которой я работаю. Это экспериментальные данные. Это чистый эксперимент. Здесь приведены относительные вероятности, вот они здесь, выхода изобаров и, соответственно, спектр химического состава. Вот здесь указано, это является пик тяжелого осколка. Он включает в себя, значит, четно-четный теллур. Им соответствует спектр осколков легких. Цирконий, стронций и криптон.
Ну, в частности, можно показать, что вот такая комбинация, значит, здесь или здесь, либо так и так, вот такая комбинация, и вами продемонстрирует, значит, Алена. И вот этот вариант, который здесь имеется, тоже Алена расскажет. Значит, здесь у нас имеется ксенон 140 и стронций. Стронций. Значит, сколько тут я уже ниже? 94. В этом варианте, значит, имеется барий 144 и, соответственно, криптон 89. Она это все расскажет. Но я покажу еще раз одну табличку. Относительный выход не массовых, а химических осколков. Ну, в частности, для одного участка пика имеется изотопы теллура в относительно большей пропорции. Все остальные элементы имеют меньший выход. Значит, в основном теллур выходит, а здесь для легкого осколка выходит в основном цирконий. Хотя имеются и другие элементы, но с меньшей вероятностью. Значит, вот можно показать, что вот такая комбинация, это получается теллур 134, а здесь получается цирконий 100, и, соответственно, комбинация здесь получается олово 129, а здесь получается, ему соответствует молибден 104. Соответственно, это отказало. Где восстановить, а?